Департамент транспорта Красноярска приняли решение расторгнуть договор с перевозчиком, работающим на маршруте номер 2. Причиной стало регулярное нарушение компанией условий контракта, а также недавнее происшествие, когда один из автобусов, принадлежащий фирме ООО «Четвертая линия», стал участником ДТП. В результате этого ДТП погибла молодая женщина. По итогам служебного расследования было вынесено заключение о виновности водителя автобуса. Сейчас он отстранен от работы, однако каким будет наказание, пока неизвестно. Та же санкции будут применены и к самой компании-перевозчику. Сейчас в департаменте готовят документы для проведения торгов. Комиссии было принято решение о расторжении в одностороннем порядке с перевозчиком, обслуживаемый второй маршрут, договорных отношений с 1 февраля текущего года. Почему был взять период с 1 февраля? Нам необходимо время для подготовки, необходимо провести процедуру согласно нового закона 220-го федерального, необходимо объявить прием заявления других перевозчиков и подготовить работу, чтобы не получилось, что на маршрут в один день не выйдет ни одного автобуса.